Джорджиньо Вейналдум. Вводит мяч у них. Хороший пас на вход. И это гол! Болельщики Ливерпуля празднуют. Очень хороший мяч получился. Практически в одиночку он эту атаку создал. Протащил мяч и не стал никому отдавать передачу. А мог ведь. Но мне кажется, он верно все рассчитал и взял ответственность на себя. Доволен тренер игрой своей команды. Теперь они выигрывают. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту.